Здравствуйте. Моему сыну Ване 5 лет. И у него врожденное заболевание – двусторонняя атрезия слуховых проходов. Микротия – это отсутствие ушной раковины и тугоухость 4-й крайней степени. Ваня плохо слышит этот мир. Без аппарата не слышит его вовсе. Ваню часто принимают за девочку из-за того, что у него длинные волосы. Но короткие волосы он не может носить по причине внешнего дефекта. Я прошу вашей помощи в сборе средств для операции моего сына Вани. Сумма к сбору больше 9 миллионов рублей. Для нас она просто непосильна.